Спасибо большое, хочу сказать своим родителям, которые были со мной всегда в моем сердце и везде, моим родным и близким, которые поддерживали меня до последней секунды и вчера в моем проигрыше также пытались максимально разделить эти эмоции и чувства со мной. Я рада стоять здесь, сейчас, на этом пьедестале, долго к этому шла. И очень-очень рада, очень. Даже не могу больше ничего сказать. Благодарна своим тренерам, которые были со мной на протяжении моего спортивного пути. Сергею Николаевичу Смалио, который мой личный тренер. Юрий Васильевич Королёв, который сейчас со мной тоже помогал мне работать в Минске. И, конечно, девочкам, которые стояли со мной в спарринге, которые всячески пытались максимально меня подготовить. Моим родным, близким, всем, кто за меня болел, я с огромной благодарностью к вам, с любовью в своем сердце. Спасибо огромное. Разделяю эту медаль со всеми вами.